Пойдем тоже к этому подойдем. Кому? Ой, спасибо, я так не спущу, почему? Там кто-то плавает. Вон, смотри. Ух ты! Морские котики. Давай по кругу пойдем. Вот так вот, знаешь, как по секциям. Опа. Она тебе идет. Знаешь, они здесь никого не видят. Мы на дискотеку. Ага. Мы на дискотеку, смотри, подружка. Куда вы пошли-то? В бар. Ясно. Мы в бар идем. Че, и куда она тебя ведет? Я не знаю, она сказала. Где покрепче алкоголь? Да. Она сказала, сама выбрала. Сама выбрала куда-то, куда меня везти. Ну пойдем посмотрим. Она, наверное, тоже проголодалась. Она знает места, Паш. Ведет меня подружка в бар. Куда она? Она боится нас, нет? Боится нас? Смотри, какая мордашка. Похоже на марлосетку. Кто здесь у нас? Здесь у нас должна быть какая-то такая вот кошка. Дикая. Она сказала, пошли вы все нахрен. Я спать. Верно, верно говоришь. Смотри. Смотри.
Смотри, похоже на мое лицо, когда я сейчас. Чё, когда ты сердишься? Да. Обезьяночки смешные. Опа. Как ты бегаешь. Ого, они как хвостами сцепились, смотри. Угу. Сцепились хвостами, это что у них такое? Угу. Какой там момент? У нас это полный фильм, этот видишь, а этот наблюдает за моментом. Ой, смешно, конечно. Что у них там? Интимишвили? Сейчас. Я же тоже хочу походить, посмотреть, что же я. Так, кто здесь? Ах, вот они, наверное. А здесь кто? Лизард какой-то большой, что ли? Игуанки. Смотри, как женщина говорит, они типа очень хорошо прячутся, говорит, и их трудно найти, говорит. Вон там, видишь, снейк или что-то? Да. You see the snake back there? Yeah, I don't see the iguana there, but I see the snake. Пойдем здесь посмотрим, смотри, какие здесь красивые стены, шикарные. Мне стены нравятся, они так разрисованы красиво вообще. Здорово. Ух ты! Ой, как здесь интересно. Здесь уже похоже на зоопарк. Что здесь у нас? Какой-то бабуль какой-то. Еще кто-то. Ой, Тини, вот она. Краснопопка. Слышь, Пашка, там краснопопые обезьяны, краснопопские. Вон они дерутся. Прикольно. Бабуины, видишь? Они
Ложка. Они часто только дрались, прикинь. Я видела издалека, да. Стива, смотри, смотри. Боже, какая у нее красная попа. Ужас. Выглядит страшно. Yeah, you see the big, big one up there? And the baby's playing? Do you see them? Do you see that big cat doing up there? А, здесь тоже хорошо видно, да, отсюда? Такая она, если честно, как-то вот агрессивная вот эта, да? Бешеная, острый, как она орёт. Смотри, смотри, смотри. Интересная природа, да? Давай здесь оставим. Какая агрессивная обезьянка. А вот они маленькие. Выпечка. Нет, я не такую хотела покупать. Я хотела мармоседку за 6000, но она там скачет. А это какая-то Golden Lion Tamarin. Короче, как мандарины. Мандаринка. Тамаринка-мандаринка. Классно. Ладно, пошли. У тебя телефон тем более скоро сядет. У меня? А, ну да. Если что, мой возьмешь. Мне знаешь, кто нравится? Вон это. Мармоседочка. Пошли, рыба. Эта рыба, она как на одном месте стоит, она вообще никуда не идет. Смотри. Смотри, какая черепаха огромная. Где? Вот. Да. А эта рыба вообще как на одном месте стоит. Смотри, они все дружно живут, да? Ой, да кто вообще? Офигеть. Вот тебе и зоопарк. Уйти. Все, смотри, двигается это. Рыбка. Класс. Это рыбётинки. Рыбёшка. Чё такая большая? Смотри, Пашка, она остановилась. Бежала, бежала, я на неё камеру навела, и она остановилась. Смотри, смотри, что происходит. Танцует. Это как, знаешь, перепалка. Ты тупая, нет, ты тупой. Ты тупая. Черепаха смотрела вообще не твои лапы. Вот эта рыба вообще такая вот вообще. Я первый раз такую вижу, если честно. Как селедочка. Че, пойдем дальше? Давай, я тебя сниму, ты потрогаешь. А можно? Она не кусает? Конечно, можно. Нет. Руками она... не затрогать. Я бы никогда в жизни своего ребенка так грустно. Никогда бы. Давай, давай, давай. Ты следующий. Иди, иди попробуй. Нет, тебе нечего кормить. Кормить можно же. Я бы никогда в жизни своего ребенка так в лицо не сунула для лами. Вон, видишь, они там это. Не хочешь погладить? Словили мы тебя, маленькая.
Словили мы тебя. Надо с морковкой сюда идти. Смотри, смотри. Носик. Ты чего, малыш? Маша, я тоже покормила, тут все накормили, то а это не кормили. Если честно, она есть эта сена долбанная, ей бы морковки, знаешь? Пойдем, да. Баранчики. Барашка сейчас как разгонится, еще барашка. Быконет. Все в капульках. Все в капульках на полу. Я рада, что мы с тобой зашли. Смотри, какие большие. Барашка, пойдем сюда. Айда. Айда сюда. Пойдем. Барашки. Пошли. Пошли, лучшее предложение есть. Барашка, ну ты что тупишь? Пойдем, лучшее предложение. По идее. Видишь? Че ты? Тимон. Маленький, ты чего? Пойдем. Пойдем, пойдем туда. Пойдем. Маленькая. Бедная. А что ты хочешь ей дать? А? Обманываешь ее? Я хочу выпустить ее. Я боюсь его кормить. Чего так? Я боюсь. Снимаешь? Да. Пути, моя маленькая, вылизывает. Путь. А эту тоже, пусть она тоже повылизывает. Да, она тоже. Вот та была добрее. А это, смотри, блондинка. Блондинка в шоколаде. Иди сюда. Иди сюда. Иди, иди. Че тупишь? Она не голодная. Я к той пойду, та более благодарная. Та благодарная, да. Это те, кто неблагодарные, носом поводили, а это хотела маленькая, сильно хотела. Голодненькая. Ей мало досталось, бедненькая. Это хоть благодарная. А что, она тебя укусила, что ли? Нет, меня не укусила, просто они такие, знаешь, что типа носом водят еще те. А это, видишь, как хочет сильно. Давай, по одной. А, что, тоже пришла? Одумалась, да? Она ее шугает, что ли? Не шугай ее, что-то. На диету ее посадила. Она уже вышла. Сама, смотри, блондинка, сама не ест. А это ей не дает, да? Ого, это кто? О, это большие уже какие-то. Вот ты, вот, слушай. Почему здесь нет у нас? У нас, видишь, корма нет. А почему? Почему нету надписи? Какой-то маленький. Смотри, ох, смотри какой. Смотри, индюк он какой, видишь? Да, он писит. Смотри, какой смешной. Если честно, мне нравится. Я считаю, что за $9 мы хорошо сходили. И вон опять это что-то наверху сидит. Я считаю, что, учитывая все цены на разные зоопарки, здесь очень дешево и достаточно. А что я говорила вам? Донкс. Зоопарка. Цена. Что-то там 36, не? 38, не знаю. Нет, 30, по-моему. Здесь 9. Я представляю, как там красиво будет. Ну, там, опять же, там нельзя будет пройтись вот так, как мы сейчас с тобой идем. Там надо будет. Там они как на таком проводят, ну, как на трене таком тебя везут. Это выход, да, короче? Ага, наверное. Нет, еще он там пишет, вон, вот. Хоть ее можно поближе записать. Давай, покажи, давай расправь хвост. Ну давай, будь другом.
покажи нам, какая ты красивая. Давай. Хвостик так сделай, так. Она вообще не может напасть, чисто может. Теоретически? Почему нет? Ну, я милая, сорвет. Мне кажется, они привыкли, что здесь люди, они да, не чувствуют опасности. Дальше. Они хвост открывают, когда они чувствуют опасность. А здесь они уже привыкли к этому аншлагу. Им же пофиг. Я чувствую какое-то умиротворение в зоопарке. Особенно за 9 долларов лучше нельзя было придумать. Если вы это слышите. Ладно, мягкая. Палас кет. Какой-то кет. Кет, иди сюда к нам, что ты мяукаешь-то. Какая милая. Вот они вот так обычно живут, смотрим. Бегает. Это заболелось? Что с ней случилось? Я так и должна здесь быть. С ртом открытым. И как будто бы лягушка с расставленными ногами. Видно? Uh-huh. Смотри, как будто это лягушка с ногами. И там ее съедает змея. Пойдем это. Здесь тоже какая-то такая непонятная. Тут какая рыба, что это? А что это такие за красивые, как... Вон гусь-лебедь белый. Вижу, да. С той стороны видно его будет. Жуть, я руки свои санитазию. А это что? Октопус? Mm-hmm. Как это сказать? Осьминог? Пойдем сюда, зайдем. Ну, пошли. Здесь... В джунгли в эти. Что это? Ну, у них кормушка там. Пишешь, что здесь должны быть черепахи. Ну, что это? Вот отсюда, смотри, видно. Это фейк или это настоящий? Чё? Фейк, да? Да, фейковый. Да. Видишь, он спит один. Вообще необычный. И этот спит, да? Ну. Вон там, смотри, еще больше. Вот черепашки. Малют, смотри, там их можно брать и кормить. Слушай, это наше место, слышишь? Да, нет, классное место. Хочу, что я салфетки из вас. Сейчас там будет на форум. Правда? Жду, приду у тебя. Пойдем всех запишем. Видела этих, да? Тортильники, да? Тортильники большие. Смотри, как он там смотрит, смешно. Такая с претензией. Мне нравится очень эта белая утка. Смотри, она как будто вообще какая-то современная. Такая она, знаешь, на стиле. Ага.
страусяра. Вон твой динго. Их там даже два, смотри. Ага, так просто я собачатился. Пишу, что это хищники. Хищники? Да. Выглядит мило, что-то они так. Что они там подходят на нас все? О! Проусела. Что ест там? О, смотри, какой милый этот тип. Кто это? Кто это? Енотик. Или нет? Нет, это не енотик. Это панда, красная панда. Смотри, смотри, он такой. Это красная панда, да. Он вообще прикольный. Хорошая у него вилла, да? Ага, вилла, не говори. Смотри, у него там вода лежит. Красная панда. Он там купается. Видно его отсюда, нет? Хвостик видно только. Лицо у него очень, конечно, он милое. Да, да, он что-то жалко, что он сюда не идет, да? Угу. Долбали, скажет. Ладно. Она на русском тоже называется красная панда или как-то? Лисеныш. Красная пандочка. Милая, да? Угу. Милашка. Такой комочек, да? О, смотри, это выдры, смотри. Да, вижу. Милые сюда смотрят, они балуются там. Выдрики. Что там ты снимаешь? Выдриков? Вон, плывет сюда, смотри, их тапливает. Выдрики, выдрики смешные. Смешные выдрики. Больно они плавают, блин. Ага. Вот он, смотри. Значит, я зайдем в сторонку, чтобы не посмотреть. It went down in the water. Oh, there it is. I saw it. It's gonna pop up. Yeah, here comes the head over there, you see? Oh, I saw it. What's still, Dad? Okay, I'll follow you. Oh, it's still something. You saw the peacock? Yeah, what's still with it? Well, you can't get close to it. Давай просто покажи. Мужчина с камерой не видит их. Какая-то номер какой-то железный, видишь? Но. Браслет.
Блин, она здесь свободно летает? Да, я тоже не знала, что ей разрешено свободно летать. Вот маленькие оленята. Вон, видишь? Да. Жалко, что на глубоко ничего нельзя поднимать. Вообще, как пипец. Не, ну все равно видно же. А это еще кто-то? Кто это? Внизу, смотри. Смотри, смотри, сюда иди. Она прям на тебя смотрит. Угу. Цапля? Или кто это? Да. Смотри, яйцо у них там лежит. Яйцо, правда. Круто. Пялится на нас, да? Яичко отложили. Видишь, как он глазом так сверится? Yeah.